Если они вернутся к этой религии, Аллах Субхану Тааля возвысит их национальное достоинство и возвысит их достоинство среди других народов. Но если они не вернутся к своей религии, то они, несомненно, идут к погибели. Все эти народы идут к погибели, если они не идут к этой религии. Напротив, мы должны научать или наставлять тех людей, которые ошибаются в этом отношении. Несомненно, там есть старшие люди, которые, я уверен, не оставляют усердия в том, чтобы объединить сердца, в том, чтобы вернуть людей к благоразумию. И слава Аллаху, в любом народе есть такие люди. И в любом народе есть глупцы, которые не понимают, что они творят. Поэтому большая надежда есть на этих старших, на этих людей, которые имеют авторитет и мудрость, чтобы они взяли за руки эту молодежь. Ислам нам сегодня нужен, как вода деревьям, как воздух нам нужен, как рыбе вода. Ислам нашему народу нужен, он необходим. Он не возвратится сегодня без ислама. Возрождайте сколько хотите традиции черкесов. Без этой души, сердца всего этого возрождения, это ислам. Без него не возродите. И поэтому нужно начинать сегодня с себя. Если мы сегодня не будем вести соответственным образом, вести праведный образ жизни, наши дети будут совсем еще хуже, чем мы. Это произойдет естественным образом.